Здорово, народ! Не так давно в Play Market появилась игра под названием Метель. Я узнал, оказывается, эта игра была также выпущена и на ПК-платформы, но, собственно, я записываю именно Android-версию. Давайте посмотрим, про что она. Вроде как многообещающая игра. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На Отлично. улице Русский была язык. метель, я шел Прекрасно. и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду Так, так, находиться на так. улице. Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись В тусклые огни. общем, смысл в чем? Наш персонаж шел по улице, сквозь метель кто-то к нему подошел, огрел по башке, и теперь он вот здесь вот тусуется. Ладно, так, подождите-ка, у нас настроечки есть какие-то? Чувствительность, эффекты, гамма. О, не-не-не, туда я не хочу. Не знаю, чтоб... Нужно выбираться отсюда. О, серьезно. Я даже не заметил, как я открыл клетку. Так. О, подожди-ка, это не сюда случайно? О, подожди-ка, это что сейчас будет? Прячемся. Окей. Подождите-ка, пауза. А что я еще могу выкрутить в настройках? Яркость можно сделать повыше? Нет, вроде как нельзя. Ну, ладно. Ладно, мне в принципе не принципиально. Так, FPS можно убрать. Отлично, а то оно немножечко отвлекает. Так. Все на месте. Ёшкин кот. Опасно. У меня даже немножечко это заиграло. Так, у меня есть молоток. Что я могу с ним сделать-то? Так, подожди-ка, где за веревочка? Ага, супер. Что-то я тут видел. Меня зовут Макс, мне 23 года, вчера вечером меня похитили, сегодня я проснулся уже в этой комнате. Какой-то сумасшедший маньяк закрыл меня в железную клетку и издевается надо мной. Очень холодно, я хочу есть, пить и свалить отсюда поскорее. Так, получилось открыть клетку, и пока маньяк ушел в другую часть дома, я уже из клетки начал осматривать комнату. Вот как найти другой выход? Так, так, так. Ага. Я так понял, уже кто-то пытался выбраться от этого маньяка. Не знаю, успешно или нет, так. Дверь с электронным замком. Так, а дверь, из которой пришел дядька-маньяк, заперта с другой стороны. Ладно. Чертеж Кирки. 14 декабря 2013 год. То есть у нас... Подождите-ка. Точно 2013 год. А что я могу сказать? Графика в игре прикольная. Я бы даже сказал, ну, практически не телефонная. Очень удобное управление. Так, зажатый ключ в тисках. Так, а это что у нас? О, серьезно. Подождите-ка, я, по-моему, тут что-то видел, нет? Больше ничего нельзя здесь найти, да? Нельзя. Так, мне кажется, я что-то пропустил. А, ну, чё ж я ее не взял-то? Рукоятка, прибитая осколками к стене. Так, подожди-ка, а ключ от какой двери?
Заперто с другой стороны. От чего мне так ключ? С электронным замком. Подождите-ка. Я не понимаю. Так, имя Алан. Возраст 26 лет. А, это я играю за своего персонажа. Это на что? Электричество. Так. Нет электричества. Оно как-то тут, да? Ладненько. Так, а чего у меня ключ-то? И от чего у меня отмычка? Обрыв провода. И что мне делать с этим проводом-то? Я вот хожу просто по локации, по комнатке по этой, и тыкаю во все подряд. Я не понимаю, что надо делать еще. Так что, ребят, если кто-то играл в эту игру, пишите комментарии. Так, подождите, я застрял. Вот и первый баг выскочил. Я просто подошел к вот этой вот штуке, что это ящики с паутиной, и нафиг застрял. Придется начинать заново. Ладно, давайте попробуем. О, отвис. Отлично. Надо было просто присесть. Так, тут ловить нечего. Мне кажется, здесь можно взаимодействовать со всем. Ящик с замком. Так, подожди-ка. А это ключ не от этого замка-то? А-а-а, вот как это работает. Изолента. Изоленту я понял, как использовать. Она у нас идет сюда. Окей. А это, я так понимаю, надо будет сейчас использовать. Нет. Для чего мне нужен напильник? Ой, не напильник, как это называется. Пила по металлу. Не пригодилось. Ладно, давайте попробуем тогда. О! Так, год рождения, да, надо было указать? Или дату, когда тебя поймали? Авторизация. Так, 1, 2, 3, 4 подойдет? Нет. Подожди-ка, он говорил год рождения. Сейчас 2013, минус 26 лет, да, нашему персонажу? Ну, по данным игры сейчас как бы... А, значит, отнимаем... Так, 26... 1987, да? Да, точно, слушайте. Так, все, я понял. Открыл дверь. Ищем что-то здесь. Так, я могу в шкафу спрятаться, если что? Если что, не могу, да? То есть, если опять придет маньяк, то мне не поздоровится. Это плохо. Кислота. Обалдеть. Так, крышка унитаза прикручена болтиками. Ладно. Вот эту штуку я, наверное, использую вот сюда. Покрутить. Как это? А, вот, отлично. У меня есть гаечный ключ, наверное, его я использую вот здесь. С прибитой скобой. Подождите, а может скобы надо отпилить? Так, 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 так. А если эти отпилить нет? Ну... Клацаю на все подряд, но не помогает. Ладно, поищем тогда что-нибудь еще. Надо искать выход. Любой ценой. Так, тут я что-то могу найти, нет? Клацаю на все подряд, просто... Так, раковина прикручена к стене болтами. Значит, у меня есть волшебный...
Ага. Так, что делаем дальше? Так, только не говорите мне, что здесь надо будет еще продолбить. Так, явно не то, что мне надо. Идем дальше, ищем, что нам можно сделать. Веревку я могу взять? Нет? Нет. Так. Что же делать-то? Так, ну точно оно никак не это. Ну, ничего не могу сделать с этой фигней-то. Так, ищем еще. Что мы еще можем найти-то? Вкладку я так не пробью. Это я уже понял. Может, я что-то упустил? Блин, в этой игре надо всматриваться. О, подожди-ка. Вот этого я не видел. У меня же есть волшебная штука для... И как мне ее снять-то? Эту крепкую цепочку. Ну вот же, у меня есть пилочка. Ну... Клацай по ней, не клацай, толку как-то не густо. Как мне ее взломать-то? Не получится, да? Да, ладно, давайте поищем другой способ. Если отпилить не получится, должен быть какой-то еще способ. Как мне понять, что я должен сделать-то? И бумажка это еще для чего-то тоже лежит, значит, она для чего-то нужна. Ох ты ж, блин. Нет, ни отмычка, ни пилка не подойдут. Хотя, по логике вещей, пилка должна, вот она именно, по-моему, для металла. Что ж мне с тобой делать-то? Так, а за стеклом есть что-то? Нет? Ну, блин, это делает задачу сбежать гораздо сложнее. Что я мог упустить? Так, а тут больше ничего, да, нет такого, что мне пригодится-то? Ох, как же все сложно-то! А это просто включить и выключить.
Пока что пытаюсь понять, что игра от меня требует. Эту штуку мы не хотим. Никак. Я понял, что она прибита скобами. Скобы не пилятся. Цепь не пилится. В чем же дело-то? Может, я неправильно нажимаю, или я что-то не видел, каких-то... Что-то я, может быть, не выполнил. Тогда еще раз. Да, все правильно. Дверь. Открыть. И идем дальше. Я надеюсь, что это не баг, потому что, ну, дальше я как-то не могу пройти. Друзья, на этом я, в принципе, и остановлюсь. Если что, пройдем ее на стриме как-нибудь. Но надо будет обязательно подумать, что же здесь можно еще сделать. Блин, почему-то мне прям понравилось. Понравилась игрушка, мне порекомендовали. Я сначала ломался, ломался, а потом все-таки прислушался к мнению человечка. Ну, и в принципе, давайте пишите в комментариях, что вы думаете об этой игре. Играли ли вы в нее, проходили ли. Ну и, естественно, спасибо за просмотр. Не забываем подписываться, ставить лайки и жать на колокольчик. Всем пока!